Ой, тяжело рассказывать. Я же говорю, нас осталось, понимаешь, 9 человек. Отца с матерью. Отца взяли в армию. 24-го года брат старший тоже взяли в армию. Он учился в техникуме в Воронеже. Вот. Забрали тоже в армию. С питанием как? Ходили там, где-то брошена была капуста, удона. Так ходили туда мы с Сережей, с младшим братом, моложе меня на 2 года тоже. Топить нечем было. Вот с братом мы с Сережей ходили, значит, в лес там, сучья разные собирали, понимаешь, да, ой. Тяжело было, тяжело. А на фронт, вот, значит, Воронеж освободили. Мы прежде, я двух братьев этих 36-го, они, то есть 36-го года, вот, Коля Столей, вот, посадил их, на ложь привез в деревню. Сережа старший, это за мной брат был. Так вот. Значит, вот приехали и 18-го, не помню. Вот. Пришла повестка. Сначала в Гороховецкие лагеря. В Гороховецких лагерях там деревьев было меньше, чем нашего брата там. И вот нас гоняли там. Вот. А потом, значит, эшелон за эшелоном, эшелон, вот под Курской дугой-то это, вот, начали там вывозить туда. Вот. Значит, все приходит, значит, нас поднимают, обмундирование привезли, значит, вот гимнастерки, вот тебе это штаны, я рубаху одевал, поешется, не расстегивая, поешется. Вот. Набрали, поешется, мы нас. Вот в Гороховецкие лагеря, оттуда, значит, вот это эшелон ночью приходит на посадку. Вот повезли. Беломорско-Балтийский канал будем переезжать. Ох, Беломорско-Балтийский канал. О нем так же писали, понимаешь, так. Думаю, Господи, Бог твой. А я кроме Дона не видел, понимаешь, это думаю. Вот, понимаешь, выстраивают, значит, нас. Вот. Командиром отделения будете. Я говорю, товарищ старший лейтенант, я не могу, я же с ребятами там. Вот с ребятами сейчас будешь. Вот. Ребята тебе, понимаешь, ребята, понимаешь, рядовой, понимаешь, так. Вот. Ну вот присвоили, понимаешь, это самое. Младшего сержанта, понимаешь, потом сержанта. Вот там стреляли по этим, по самолетам, немецкие там, понимаешь, этим, финские залетали. Вот одного сбило, понимаешь, там наша там батарея. Вот. А кто шип, понимаешь, там, не знаю, так. Вот. Все стреляют. Вот. Медаль за боевые заслуги дали, понимаешь, там. Вот за это, понимаешь. Мой расчет дежурил. Вот. Значит, этот приходит, этот связной там, товарищ сержант, значит, сейчас тревогу будет объявлять. Какую тревогу?
А сейчас поищется. Вот командир батареи, значит, объявил тревогу. Все знали, значит, у этих, у пушек. Значит, так командир батареи этот залез. Ой, как его позабыл. Вот. Командир батареи этот. Батарея за победу над фашистской Германией, значит, огонь. А у меня наводчик на провода как раз. Я говорю, слушай, ты, да хрен с ними, сержант, разберутся тут, поешь так. Ну вот, постреляли, поешь так, и все. Потом, значит, тут ребята где-то купили тут водки, так, выпили помаленьку. Ну, вот так вот и закончилось так. Ну, так думали, тут с Японии пошлют, поешь. А с Японии, поешь, это самое. Нас сержантов оставили тут вот эти, охранять этих. Вот, а так сержантов всех направили в Японию. Вологодские журналисты за победу!